Игорь Генералов сегодня пусть и не в обещанном фраке, но с бабочкой. Как и принято, отмечает свой 60-летний юбилей юбилейной выставкой. Настоящий Федот Стрелец и в жизни, и в творчестве. Так, любя, отзываются о нем коллеги. Работает с плесками, на холсте куражится, шутит, заигрывает. И вроде бы художник, но какой? График, живописец, плакатист или монументалист? Творец без рамок, без предрассудков. Я даже стих этот написал, четверостишие про себя. Я жил как свободный художник и денег себе не скопил. Имел обгоревший треножник и русскую землю любил. Эта выставка – плод работ Генералова в течение всех 40 лет. Здесь собраны лучшие. Плакатистом художник стал не от хорошей жизни, но понял, что это единственный способ выражать свое отношение к, как он говорит, глупому коммунизму. Власть его не всегда понимала, это и нравилось. Это плакат «Пойди туда, не знаю куда», отсылка к перестройке. Был одобрен многими, шел на премию международного конкурса плакатов, но в последний момент отстранен от участия. А этот плакат Карла Маркса, без названия. А потому что не надо его называть. Я его приговорил просто. Он из-за него вот эта вот лужа крови развилась в виде карты СССР. Потому что он родоначальник. У нас была великая Россия, а он все со своим капиталом. В последнее время Генералов отдает предпочтение живописи и графике. В них он свежий, тонкий колорист, но все равно с какой-то детской непосредственностью. А еще он вот делал монументальные работы на детскую тему, оформлял детский садик в мозаике. И вот там-то вот его, это я особенно подчеркнул, вот эта вот детская непосредственность, что это очень такой важный момент в творчестве. Борис Павлов, учитель Генералова, сам на днях получил звание заслуженного художника России. Этой выставкой приятно удивлен, хотя и кажется ему, что легкость и игра мастера создаются намеренно. Вот почему работы ее такие простые, незатейливые, как будто вот только что сделанные самые. Как бы специально он уходит от того, чтобы показать, какой он профессионал. А это непростая задача. Все грани разностороннего творчества Игоря Генералова коллеги связывают в первую очередь с его личными качествами. Он настоящий и не боится быть таким. Игорь Генералов человек такой жизнерадостный, открытый, легкий на подъем и вообще легкий. Вот. И такое же творчество у него, то есть не замученное, не, как бы, не замусоленное, не выстраданное, оно идет от души. Несмотря на 40-летний стаж своей работы, художник называет эту выставку промежуточной. Вечно молодой стрелец-удалец хочет творить и дальше. И заигрывая уточняет, пока не уверен, что именно. Ведь талантливый человек талантлив во всем. Нина Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.